Двукратный серебряный призер Олимпийских игр 2018 года. Двукратная чемпионка мира и Европы по фигурному катанию. Обладательница нескольких мировых рекордов Евгения Медведева! Добрейшего вечерка всем. А скоро Евгения примет участие в съемках спортивного фильма «Последний аксель». Евгения в фильме сыграет саму себя. Ребят, человек саму себя сыграет в 21 год. Женя, браво! Дальше круче в кино это, если тебя сыграет без руков, и это вышка, все, это уже дальше невозможно. Летом Евгений едет в статусе посла Олимпийской сборной Российской Федерации на Олимпиаду в Японию. Посол Олимпиады, между прочим, друзья у нас. Да. Сидят они такие все, типа, да, Олимпиада, да. Посол, конечно. Слушай, ну а как, а можно говорить посол? Везде же феминизмы сплошные. Как теперь говорить? У нас в гостях послиха. Чё, как надо? Послица. Послица, да. Послуха. Послуха. Не добралось еще до этого? Посол пока нормально? Посол. Пока что посол, всё. Но сама себя послица называла. В июне 22 года в Японии состоится мировая премьера ледового шоу «Prism on Ice». Женя Медведева сыграет в этом шоу главную роль самого известного аниме-персонажа во всем мире — Сейлор Мун. О, Сейлор Мун, луна в матроске! А подожди, тебе нравятся комиксы? Я очень люблю аниме и мангу. Да, есть такое. Подожди, а ты японский знаешь язык? Нихонго, чотто ханасу, это чотто вакаримасу. Что-то ты захлебнулась, да? Вакаримаска. А, это японский. А, это японский. А что ты сказала? Я чуть-чуть разговариваю и чуть-чуть понимаю. Слушай, знает японский человек. Круто. Английский знаешь? Английский знаешь? You know, I used to live in Canada for like almost 3 years, so I speak English. Я знаю, чем взять. Армянский. Армянский. А знаете ли вы армянский? Нам очень важно знать. Что-нибудь. What of this? Пухчка. 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 Вы знаете, что сказал человек? Она сказала самую главную фразу на армянском. Пухчка означает денег нет. Я вам клянусь, да? Правда? Все, подтверждает. Парни, ты видел сразу? Да, да. С бородами. Бородаш вот так вот. Да, да. Не первый раз человек с похожей фамилией говорит, что денег нет. Да, мы, кстати, по-армянски «похчка» каждый месяц слышим, когда в бухгалтерию приходим. Я просто удивлен, насколько умная Евгения, просто. Слушай, ты так хорошо общаешься, правда, в смысле... Мне такое ощущение, но что... Но есть же стереотип, что спортсмены, типа, они всю школу пропустили и все... Хорошо, тест! Тест! Вдруг это все напускное. Поехали, тест! Смотри, и столица Австралии. Канберра! 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 Отлично! Канберра, она знает! Хорошо? Формула серной кислоты. H2SO4. H2SO4, все верно, подожди. Крещение Руси в каком году? 988. Да нет! Да нет! Вот, спортсмены, смотрите и учитесь. Учитесь, это все, что я хотел сказать. Вот. Сейчас Женя пишет книгу-автобиографию. Послушайте внимательно, это невероятно. Давай. Идея написать книгу пришла уже давно. Но реализовать эту идею Женя решила с наступлением 21-го года своей жизни. Подожди, есть... что значит, в смысле, я задумала давно, тебе 21 год всего? Ну, знаете, я к 16 годам уже много что в этом мире повидала. Что уже на тот момент можно было пару глав написать. Я чувствую, сейчас оттуда прилетит. Человек решил книгу написать к 21 году. Я в 21 год просто решил прочитать книгу. Я помню это как сейчас. И до сих пор никак не реализую это. Что за книга? К 16 годам уж ты повидала, навидалась. Автобиография. Написано вот у нас, вот, что у тебя будут откровения из своей жизни. Что за откровения? Ты профессиональная спортсменка, ты всю жизнь на коньках катаешься. Что это такое? Еду я по льду и вдруг вижу, фигак, закладка. Что за Олимпийских играх, да. Очень хочется рассказать, как проходили Олимпийские игры. Вот мне посчастливилось на них съездить, было очень необычно. И насколько я знаю, что каждые Олимпийские игры проходят по-своему, и у каждого человека свои впечатления. Вот. И думаю, что очень много чего интересного и нового я смогу рассказать хотя бы об этом. У меня есть вам подарочки. Подарочки? Я, как честно ты говоря... извинился, Якубович, погнали, давай. Хочу немножко рассказать. У меня есть свой бренд одежды, который мы
старательно развиваем. Вот. И специально для вас сделали... А что это? Что это? Да. О! Угадайте, кому? Love of Russian Man. Это я передам Суровому. Ой, спасибо большое. А что там написано? Написано Love of Russian Man. Это песня Эдуарда Сурового. Какой кайф, смотрите. Вау! Эта песня занимает отдельное место в моем сердце. Серьезно? Серьезно. This is love, лучшая love, love. Песня на Евровидении. Это мой считаю. Единственный почитатель. Спасибо большое. Спасибо огромное. А что мне? А что мне? А мне а что? Тебе, Вадь, как примерному семьянину? О, боже, ребята, вот смотрите, так. Какой у меня любящий. Надеюсь, Лисан понравится. Вау, класс. Карласка, я тебе эту кофту подарю на третью свадьбу. Оставь себе подкаблучник. Слушай, это офигенно. Спасибо большое. Спасибо. Классно. Классно. Друзья, это была Евгения Медведева. Жень, ты прелесть вообще. Спасибо вам большое. Умница большая. Девушке 21 год. Да. Она многократная олимпийская чемпионка. Она чемпионка мира и Европы. Автор книги, посол на Олимпийских играх. Вот что бывает, когда человек не заводит ТикТок. Молодец, ура. Спасибо. А вот что бывает, когда заводит. У нас в гостях тиктокер, певица, блогер Мия Бойко. Здрасте. Привет. Здрасте, всем привет. Летом 2020 года у Мии вышел трек «Пикачу». Чувствуете, да, переходик такой? Олимпийский чемпион. И трек «Пикачу». Ребята, у нас тиктокеры в гостях. Чуть опустим планочку интеллекта. Понеслась, давай. Легко можем пустить. Интересный факт. Если Мия Бойко прочитать задом наперед... Так. Получится «Акьёбьям». «Акьёбьям»? Ну, такая же фигня, если не читать задом наперед. Можно поднимать чуть-чуть планочку, не настолько, пожалуйста. А, да? Просто ты попросила, я поэтому... Ну, хорошо. А, Мия выросла в многодетной семье. Это все правда? Да, 5 детей, я старшая. Так выглядит старшая? Чего ж там с младшими сейчас? Выросла в деревне. Папа отправлял ее петь в сарай с дровами, чтобы не мешало никому в доме. Мия – первый и единственный артист, снявший клип «Серый волк в Лужниках». Лужники закрыли и отдали под съемку для нее. Раньше никому такое не позволяли делать. А когда узнали, что Мия хочет снять клип в Олимпийском, его снесли нахрен вообще. Чтобы вообще не было здания, чтобы не было вообще. А спойте, пожалуйста. А я могу спеть, но я привыкла петь на сцене. Если вы меня к себе позовете, я спою вам. С удовольствием, но сцена занята. Так пойдем на сцену, ладно. Здрасте. Хочешь на сцену, пойдем на сцену. Конечно, давай. Хочу. Куда подняться? Давай, поднимайся, вот здесь. Прям здесь? Давай. Вы мне должны будете не, помочь. Ты такая целиком. А говорят, да, запрещено ЛСД на телевидении рекламировать. Кстати, я ничего не употребляю. Не пью, не курю, не ругаюсь матом. Я как Моргенштерн, только наоборот. Я воспитываю ваших детей, только правильно, помогаю. Заметьте, вам. Вообще никто не спрашивал, спалилась на пустом месте просто. Я, кстати, не пью, не курю, не дую. Ну вы сказали про наркоту. Карлашка, к тебе вопрос. Как бы ты вот в целом, вот ты бы увидел такого человека на улице, ты в Марьиново идешь мимо метро, и вот выходит такой человек. Что бы ты подумал? Я еще, видишь, сидя в очках, такое ощущение, что я из модного приговора сейчас вот это. Да, кстати. Я бы поменял немножко, как он говорит. Я бы поменял немножко сначала свою ориентацию для начала бы. А потом бы оценивал женщин. Вы выглядите шикарно. Вот спасибо. Клянусь, как будто ты в грузовик со спидами упала. Прям супер. Честно говоря, я прочитал немного информации дальше. Я бы так не выеживался, Паша. Просто ты не знаешь ничего, а я сижу спокойно, видишь? А что Мия так? Закончила курсы спецназа в центре спецподготовки «Витязь». Это правда. Несколько раз. В котором тренируются все российские спецназовцы. Я Она инструктор. Может выкопать окоп, является инструктором по стрельбе из огнестрельного оружия. Какая вы талантливая! Если прочитать Мия Бойко наоборот, будет великолепная женщина. Очень удобно. А ногти это окопы копать, да? Ты серьезно, скажи, ты вот заканчивала спецназовские курсы? Я выкопала окоп себе в свой рост за 2 часа. А сколько времени потратишь на окоп тут для Карла? Тут я думаю полдня
потребуется. Слушайте, но я клянусь, я бываю... Это какой-то геноцид жирных людей, правда? Полдня на эту фигню. Да ты сам на эту фигню нажрал, чё ты? Это был мой выбор. Да. Я не виноват, что еда вкусная. Мы ждем песню. А можно, да, спеть? Пою, готовы, да? Подожди, там есть слово «Пикачу»? Нет. В треке «Пикачу» нет слова «Пикачу». Я другой спою трек, новый. Но вам он понравится сейчас. Мы старый-то еле переварили. Давай новый. Давайте. Давай. А нам что надо? Повторять надо? Да, давайте. Карлаш, давай. 2 минуты позора и все, едем дальше. Но учти, я фанат Лещенко. Поехали. Друзья, поддержите, пожалуйста. Ребята сейчас будут... Давай, давай, Мия, давай, качай. Ребята сейчас будут свой первый в жизни ТикТок танцевать. Погнали, пацаны. Погнали, давай. Наших городских. Бегу по тропинке в голове ля-ля-ля. О, вижу тебя, влюбляюсь немножко и смущаюсь я. Краснею я. Бегу по тропинке в голове ля-ля-ля. О, вижу тебя. Ты моя рыбка, я твой океан. Ныряй сюда. Я думаю, я знаю название этой песни. Сложно было петь, вы очень смешно реагируете. Я думаю, эта песня называется «Солнечный звездодуй». Мы таких песен можем сейчас 1 000 000 придумать. Мы с Карлашкой идем по Марьину, ля-ля-ля. Карлашка толстый, а я худой, как я. Навстречу идут пацаны и спрашивают, вы с какого района? А я говорю, я из Марьинского района. Они достают нож. Фигачит мне в живот. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, смотрите, кровь идет. Такие песни, да? Да, такое, да. Так как Мия здесь стоит, да, узнать... Да, я все еще тут. Я тоже. Привет, Мия. Здрасте. Ребят, между вами промелькнула искра. Мне сказали, что вы свободен. Я? Что? Завтра Карлашка приходит с зелеными волосами. Мой новый стиль. Ребят, ухожу из камеди, послушайте мой новый трек. Я птичка, птичка, птичка. А ты моя синичка. И сзади батруха, меня, возьми меня с собой, я тоже хочу петь. Послушай, у нас последний вопрос. Так. Есть хоть какой-то шанс, что ты сядешь обратно? Я могу сесть, если вы хотите, действительно. Присаживайся, спасибо, конечно. Спасибо большое, присаживайся. Спасибо. Мия Бойко, ребята. Ты очень незакомплексованная, прекрасно общаешься, у тебя такая спасибо. Шикарная улыбка и такой позитивный внешний вид. Спасибо тебе огромное, что ты такая. Это классно. У нас в гостях чемпион UFC Петр Янна. Петр, здрасте! Здравствуйте! Петр, я вас поздравляю! Вы встретились с Харламовым, чемпион UFC и чемпион по KFC. Привет, ребята, вы здесь. Все, ура, наконец. Я правда не очень слежу за UFC, это честно. Как правильно, Петр или Ян обращаться? За такие шуточки сейчас Петр может выиграть еще один поединок прямо тут на месте. Ну, конечно же, я шучу, конечно. В 2020 году Петр Ян вошел в топ-10 сильнейших бойцов мира. В этот рейтинг попали всего 2 российских бойца. Хабиб Нурмагомедов и Петр Ян. Петр, мы вас поздравляем. Это спасибо офигенно. Большое. Классно. Я представляю, после этого титула, сейчас там другой дом сразу, в котором живет Петр. Там все переобулись моментально, все перестали ремонт делать, что-то не надо, что, спасибо, пожалуйста. Да. Собаки не гуляют, просто дома сидят, терпят. Да, парковочные места, все свободные вокруг дома вообще. А вы не могли бы переехать ко мне в дом? Там наркоманы бы все ходили вот такие вот, очень красивые. Нюхали бы фиалки, лежали бы. Грели бы в ложке суп. 11 июля 2020 года на турнире UFC Петр Ян победил Жозе Алду и стал чемпионом UFC в легчайшем весе. Петр, вы в легчайшем весе, да? А какой тогда у Паши вес? Да, супер-пупер да. Легкий. Кто ты? Не бейте меня вес. Это что? Отойдите от меня, 6-летней девочки, я не буду с вами драться вес. Такое у меня. Легчайший это сколько килограмм? Это 61 килограмм. А, ну мне надо еще набрать. 61 килограмм в день взвешивания, так 70 килограмм мой вес. Ты огромный просто человек. Самое главное, не кузов, а мотор. Ребята. Я так всем своим девушкам говорю. В моем, да. Харламов так своим девочкам говорит, а я всем своим говорю, самое главное, ниже, топливный насос. В этом поединке Петр установил рекорд по количеству ударов. Он нанес сопернику 194 удара. Мамочки. Чего не хлопаем? 194 удара. Вы что, двухжизненные?
После такого количества люди не живут. Но, честно говоря, рекорд даже не у вас, а у человека, который принял эти удары. Потому что, ну, вот этот человек, как он... Да, подожди, стой, ну куда, стой, блин, ёлки, блин. И ему в конце золотой пояс, на котором надпись «От звездюли ел». Да-да-да. Выживший. Почти 200 ударов за один поединок. Я клянусь, я если 200 ударов сейчас просто в воздух нанесу, я умру от усталости здесь просто на сцене. Как это возможно вообще? Он просто стоял... Считают общее количество ударов, не конкретно которые там достигли цели, а в общем... А, просто? Все удары, да. Типа, может, на! 6, 7, 8, 9, 10, там, из 200 попал 199. А, ну то есть, когда вы просто вот так ходите, это тоже считается, типа... Так тоже вам зачтется. Нам всем зачтется, Петр. Вдруг во мне канал «Спас» проснулся. Нам всем зачтется, Петр. Петр, вы прекрасны. Мы вам желаем побед. Мы за вами следим. Во всех боях, Петя, всегда. Огромное спасибо. Дай точно. Два кулака у экрана пензенские сжаты всегда за Петра Яна. Петр Ян, друзья, легендарный боец. Премьера. Вчера он был чемпионом. Завтра контракт подписываем. Но теперь... Боже мой, какой натюрморт! Что случилось с легендой? Новый сериал «Легенда». Скоро на ТНТ.